В Астане стартовал 12-дневный курс тренингов «Жангру» – корпоративное обучение. Они направлены на развитие человеческого капитала путем предоставления знаний, навыков и компетенций в области личностного роста, успешного ведения бизнеса и социального предпринимательства. Участниками стали молодые люди от 21 до 35. Это сотрудники нацкомпании, НПО, предприниматели и госслужащие. Отмечу, обучение бесплатное. Мы запускали совместно с общенациональным движением 2050. Нас поддержал Женева Бизнес Скул. Они предоставляют нашим участникам, победителям. Среди них будут выбраны 4 победителя. Им будут предоставлены 4 гранта. Первое место абсолютный грант получается, потом 50% скидка и 25% скидки.